Специалисты Центра гражданской защиты Одинцовского округа и сотрудники ГУ МЧС России по Московской области провели инструктаж с персоналом городского парка культуры, спорта и отдыха. Они напомнили порядок действий при обнаружении признаков пожара, правила использования первичных средств пожаротушения и средств защиты органов дыхания. Особое внимание спасатели уделили мерам безопасности в период подготовки и организации рождественских праздников, использованию пиротехнических изделий и гирлянд.